Одинокая белая голова стояла на подоконнике и смотрела в пустую комнату. Все в ней выглядело как всегда. Старое радио молча покрывалось пылью. Красивый узор на обоях переливался на свету. Два пустых деревянных кресла стояли рядом друг с другом. Старый деревянный телевизор родом из СССР безмолвно показывал пустой экран в пустую комнату. К его белоснежным кнопкам никто не прикасался. На старом деревянном шкафу, внутри которого расположилась стеклянная посуда, стояла другая белоснежная голова, но уже женская. Рядом с ней лежали старые книжки. Обе головы безмолвно переглядывались друг с другом. Еще вчера тут кипела жизнь, а сегодня стояла мертвая тишина. Никого из людей не было. Тишина окутывала все внутреннее пространство. Все внутри выглядело мертво и неестественно. Непривычно для этого места. Тут с улицы начал доноситься странный и пронзительный звук, который становился все громче и громче. Все вещи лишь молча слушали его. Было очевидно, что что-то летит в сторону помещения. А звук был все громче. В шкафу задрожала стеклянная посуда. Через несколько секунд в комнату влетел снаряд. Мощный взрыв уничтожил все. Это была война.